Новый культовый Apple iPhone 6. С его распаковкой можно ознакомиться по ссылке, а дальше изучаем его характеристики. Толщина смартфона всего лишь 6,9 мм. Корпус из алюминия. Единственное, здесь есть полосочки из пластика. Вроде бы на первый взгляд они как-то смотрятся несуразно. Но на самом деле мы это прекрасно знаем, что они здесь для того, чтобы обеспечить прием, передачу сигналов на антенны, которые вмонтированы в устройство для использования различных радиотехнологий. Здесь мы видим, конечно же, логотип Apple. Основная камера 8 мегапикселей. Ну, действительно, зачем гнаться за лишними мегапикселями? Здесь также светодиодная вспышка. Лицевую панель занимает 4,7-дюймовый IPS-экран с нестандартным разрешением 1334 на 750, который производитель называет Retina HD. Достаточно комфортная для просмотра информации на экране разрешение, а именно 326 точек на дюйм. Над экраном расположена фронтальная камера 1,2 мегапикселя с разговорным динамиком и датчиком приближения освещенности. Внизу механическая кнопка со сканером для отпечатков пальцев. На левом торце имеется кнопка для перехода в беззвучный режим, регулятор громкости, состоящий из двух кнопок. На нижнем торце аудиоразъем, отверстие микрофона, порт Lightning и выход динамика громкой связи. Справа слот для нано-карты и кнопка питания блокировки экрана. В слоте уже вставлена нано-карта от оператора Intertelecom. Экран имеет отличную цветопередачу, просто великолепные углы обзора, минимальное отражение света. Естественно, здесь имеется олеофобное покрытие. Ну и отсутствует воздушная прослойка между защитным стеклом и IPS с матрицей. Да, еще что характерно, передняя панель выступает чуть-чуть над уровнем боковых граней и так как бы закруглено к ним. То есть, если, конечно же, ложить, то он будет тереться по поверхности именно стеклом. В смартфоне установлена операционная система iOS 8.1. После запуска было предложено установить еще несколько полезных приложений бесплатных: iMovie, iTunes, Keynote, Numbers, а также Pages для редактирования документов. iPhone 6 работает на двухъядерной платформе A8 частотой 1,4 ГГц, оперативная память 1 ГБ, встроенная 16, из которых доступно около 12. В рынке также продаются модели со встроенной памятью 64 и 128 ГБ. Это позволяет показывать данной модели высокие результаты в тестах производительности. Они самые высокие среди моделей Apple и на уровне флагманских моделей на Android. Естественно, на iPhone 6 идут любые игры, и можно просматривать другие видео. При игре закрывается динамик. Приложение камеры имеет простые настройки. Проще не бывает. Справа выбор режима, то есть видео, фото, один к одному панорама, медленно, интервал. И кнопка
включение в режим записи, ну или спуска затвора. При переходе в режим фото появляется меню слева, где тоже можно менять некоторые параметры, переключаться на фронтальную камеру, выбирать режим, включать HDR или выключать, задержка съемки, выбирать режимы вспышки. А справа сверху можно выбрать режим съемки. Камера смартфона снимает фото отличного качества, даже в темных помещениях. А с тестовым видео можно ознакомиться по ссылке. Смартфон позволяет монтировать видео при помощи бесплатного приложения iMovie. Здесь у меня был сделан целиком и полностью видеообзор. Вот ролик выгружается на YouTube. iPhone 6 поддерживает работу практически во всех стандартах связи. GSM, UMTS, LTE, не говоря уже о Wi-Fi. Здесь я проверил скорость передачи данных в сети Intertelecom. Это сеть CDMA Revision B. И здесь он показывает передачу данных на скорости выше 5 мегабит в секунду. Не подкачает и аккумулятора на 1810 мАч, вроде бы немного, но этого у iPhone хватает на почти 10 часов видео или 14 часов разговоров. iPhone 6 по праву может считаться культовым аппаратом от Apple, а вот со стоимостью его, как всегда, накручено в Украине, он стоит от $800, в то время как в Соединенных Штатах 199 при подписании двухгодичного контракта или 649 без него. Что же делать? Остается комментировать, лайкать мое видео, шарить его в социальных сетях, подписываться на мой канал, чтобы смотреть новые видео смартфонов и планшетов.